возвращаясь с работы вечером, поздно, вышла из метро, повернула в сторону дома. И как это водится в метро, обычно стоят пьяные подростки. И они пинали, а-ля играли с маленьким щенком, но это трудно назвать игрой, когда ты пинаешь собаку ногой. И я прошла мимо. Но я не смогла далеко уйти. И вот эта вот борьба с собой, она секунды меньше минуты. Меня зовут Валерия Котлюба, мне 41 год. А мой проект называется «Ветер перемен». В нашем фестивале собрался просто огромный пул волонтеров, которые помогают нам, приютам, отдельным животным, помогают другим таким же волонтерам, которые чего-то сами не умеют. Фонд у нас появился только в ноябре 2021 года. До этого это было сообщество людей, которые просто хотят и могут помогать. У меня 4 собаки. Первая моя собака – это Дизель. Это 11-летний далматин, которого привязали на улице, хозяева бывшие. С документами, с одеждой, с мисками. И просто, ну, просто выкинули на улицу. Вторая собака – это Белла. Сначала появилось в поселке объявление о том, что пристраивается метис-самоеда. И если через месяц никто не заберет, то, в общем-то, собаку оставят, так как уезжают в другой город. Ну, естественно, через месяц появился метис-самоеда на улицах замечательного поселка Бергардовка. Третья моя собака – это Джейн. Мои знакомые нашли 2 щенков, но так как улетали на гонки, попросили меня передержать этих 2 щенков и пристроить. Соответственно, одна девочка не выжила, ну, выжила Джейн и осталась у меня. 4-я моя собака приехала в феврале из Крыма, я ее забирала в Москве. Не смогла пройти мимо фотографии в интернете, привезла ее сюда, хотела ее пристроить, но, скорее всего, она останется жить у меня. Познакомились с девочкой, которая написала нам фестиваль. Мы подружились, общаемся, совместно берем на кураторство собак. Одна из таких собак ехала к нам из города Нальчик. Девушка Людмила отозвалась взять ее на временную передержку. Буквально неделя, я даже честно даже не помню сколько. У Люды ребенок с особенностями, это осложнялось, потому что мы не знали, как отреагирует собака, как отреагирует ребенок. Она оказалась в нужных руках. У Джули характер чудесный. Она тотальная индивидуальность, просто, ну, удивительная собака. Я в первый же день поняла, что я влюблена в эту собаку. И за 3 дня я решила, что я найду ресурсы на все, чтобы она была рядом со мной. Я воспитываю Вити одна. Иногда бывает сложновато, как это часто бывает при диагнозе расстройства аутистического спектра. У него проблемы стали заметны ближе ко 2-3 году жизни. У него были отдельные слова, но потом они исчезли. Джули оказывает на Вити положительный эффект. Он очень напористый в силу того, что у него проблемы с коммуникацией. Он не очень хорошо понимает, как можно общаться, где можно общаться, где свои, где чужие. И собака учит его соблюдению личных границ. Когда ходим гулять, вот в предыдущие годы мы шли всегда из точки А в точку Б.
Ну, в одном темпе идем там 5-10 километров. А сейчас прогулка с Джулией, она не может быть такой. В одном темпе идти 20 километров. Собака должна удовлетворять свои видоспецифические потребности. Она должна нюхать, она должна останавливаться, она должна играть с другими собаками. И для этого мы просто, нам необходимо делать где-то паузы и стоять и ждать. И Витя научился, что мы идем не с точки А в точку Б, а мы пошли, остановились, и мы стоим и ждем, когда Джулия закончит свои дела. Для нормотипичного ребенка это не очень большое достижение, но для Вити, для ребенка с аутизмом, это, ну, такой большой прогресс, потому что еще 2 года назад, если мы стояли на светофоре, который горит 1,5 минуты красным, то мы уже начинали переходить дорогу тогда, когда у Вити была истерика. Джулия повлияла на мою жизнь просто кардинально. Это самый лучший антидепрессант, который вообще может быть. Многие родители детей с инвалидами, они находятся в состоянии, близком к ПТСР. И у меня тоже были своего рода проблемы. Джулия помогает переключиться, отвлечься, и она помогла мне снизить мою гиперопеку в отношении Вити. Мы сейчас планируем открыть центр, где будем заниматься канистерапией. Мы хотим помогать при помощи собак людям, которые просто находятся в трудной жизненной ситуации. Общение с собаками очень сильно помогает человеку эмоционально восстановиться. Одновременно с этим направлением мы открываем школу волонтерства. Это интерактивное участие в мероприятиях, где каждый из тех, кто приходит к нам, может попробовать себя совершенно в разных ракурсах. Говоря о фестивале, можно сказать сразу, что это просто праздник. То есть это праздник для людей, праздник для собак, праздник для горожан. Раньше мы делали фестиваль, ну, для того, чтобы делать фестиваль. То есть привезли собак, показали собак. Да, у нас стояли перед нами какие-то задачи: пристроить собак, приютом собрать денег. То сейчас это уже перерождается в какой-то такой серьезный крупный проект. И с самого начала мы выбрали очень классный слоган, называется «Помогать – это просто». Помогать можно не только деньгами, не только физическим трудом. Помогать можно как угодно, любыми навыками, любыми талантами. Кто-то рисует, кто-то присылает картины, кто-то ездит в приют и гуляет с собаками. Одна из гордостей нашего фестиваля – это то, что действительно могут участвовать люди от самого раннего возраста, заканчивая самым старшим поколением. Как раз-таки есть самый младший волонтер Тимофей, который уже целый год помогает нашему фестивалю. Они с мамой разучивают различные стихи про волонтерство, про собак, про помощь. Это очень трогательно. И есть Наталья Павловна. Она показала то, что возраст абсолютно не важен. Так важно помогать животным, потому что некоторые люди взяли привычку убивать животных. Но я на стороне животных, а не убийцев. На сайте я познакомилась в приюте. Я просто попросила дать мне собаку, с которой можно погулять, потискать и такую добрую всю. И в него влюбилась. А потом в один из дней мы его забрали. Я понял, что у нас дома будет собака, и я ее буду очень любить. Очень важно прививать детям любовь к животным, потому что, к сожалению, многие дети животных попросту боятся и от своего страха готовы причинить животным вред. У нас всегда были и кошки, и собаки, но сейчас, к сожалению, у меня нет животных, потому что маме 100 лет, и, в общем-то, мне тяжеловато. Вот душа просит делать хорошие дела. Возраст тут ни при чем. Вот эти люди, которые держат животных, ничего не будут делать плохого. Они не будут воевать, они не будут унижать кого-то, потому что у них в сердце есть вот эта любовь. Помогать животным очень важно, да. Именно для того, чтобы себя воспитывать.
Ведь это нам надо, даже, может, больше, чем этому животному. У меня теперь есть друг, преданный и верный. Без него я как без рук, если откровенно. Мы гуляем во дворе, весело играем. Скоро в школу в сентябре вместе зашагаем. Другу я любой секрет расскажу без страха. Я несу ему котлет, спрятав под рубахой. Ешь, мой маленький дружок, что еще затеешь? Ты пока еще щенок, но дружить умеешь. Часто вопрос, который задает себе любой волонтер, когда я могу пройти мимо, а когда нет. Ну вот бежит по улице собака, трасса, опасная трасса. Собака бежит, вот куда там глаза глядят. Что я могу сделать и надо ли вообще делать? Может, она просто по своим делам побежала. Просто нужно слушать себя. Поэтому что хорошо, что плохо, мы знаем все сами. И вот это вот, мне кажется, эта ситуация странная, но я пройду мимо. Это либо нежелание помочь, либо отсутствие интуиции. Но в тот момент реально произошел какой-то перелом внутри меня. Я развернулась и пошла назад. Взяла щенка и забрала его себе. Это была моя первая собака во взрослой жизни. Одно из любимых моих произведений – «Грянет гром» Рэя Брэдбери. И я думаю, что многие знают эту систему, эффект бабочки. Очень много фильмов снято на эту тему. Я всегда считаю, что ты, повернув направо, у тебя будет одна жизнь. Повернув налево, у тебя будет другая жизнь. Абсолютно каждый наш поступок, каждое наше решение, оно приведет к чему-то. Начиная с себя, мы показываем всему миру, окружающим людям, что это возможно. Не возникает даже мысли о том, что это помощь животным. Мы просто делаем то, что должны. –